Так, и всех приветствую на нашем канале. У нас очередная партия посылочек сайта AliExpress. И не только. Вот у нас две с AliExpress. Одненько у нас пришла по Украине. Вот посмотрим потом, что там внутри. Откроем все вместе. Так, открываем первую посылочку. Там у нас там походу какая-то помада. Такая вот у нас помада. Такой прикольный котик. Так, это у нас походу гигиеническая. 2,4 грамма написано. Sleep Balm. Так, у нас походу гигиеническая, да. Гигиеническая детская помадка. Такая вот маленькая она здесь. На запах. Апельсинчик пахнет, апельсинчик. Ну, запах такой слабенький, не сильно такой химический запах, а такой слабенький запах. Что ж, ну, в принципе, больше ничего нечего рассказывать. Простая гигиеническая помадка. Так, отложим, открываем. Ссылочку. Следующий у нас у посылочки. А, у нас заколка пришла. Следующая посылочка. Смотрим. Тело открыли очень жестко. Так, такая вот у нас такая вот типа розочки по бокам, заколочка крабик. Вроде бы на вид, ну, вот тут вот так вот немножко приклеено. Ну, за, честно говоря, за такую цену до $1 это все стоило, даже меньше чем доллар. Ссылка на видео будет под описанием. Ой, ссылка на товар будет под описанием, прошу. Так, довольно на ощупь приятная, никаких левых запахов нету. Пружинка работает нормально, все сами видите. Да, вот у нас. А сейчас приходим к самой большой посылке. Так, мы ее быстро откроем. Пришла она к нам из Мелитополя, с сайта, где продаются всякие альбомы, всякая всячина. Ссылка на сайт будет в описании, можете посмотреть. Ну что ж, открываем и смотрим, что у нас здесь пришло. Так, куча всякой макулатурки. Так, ага, у нас тут такие вот... Этот. Так, ну что, что-то все заберем. Пока мир. Так. Ага, нам подарили вот такой вот. Это я не заказывал. Нам подарили вот такой вот календарик одним листом. Такой вот. Там нам даже их два подарили. Два одинаковых таких вот. Мы их не заказывали. Подарили, а на 2015 год. Так, это у нас получилось просто навидать, походу. Это не подарили, это походу просто такая вот у них упаковка идет. Так, следующий. Такой вот у нас альбом. Перекидной календарь. Так, вот такой вот у нас перекидной календарь. На 2018 год. С таким вот симпатичным рисуночком, тематика. Вот зимняя тематика. Так, смотрим следующий. Вот такая вот. Тематика. Здесь вот у нас налютый. Березень. Вот у нас тут картиночка. Заказан на этот сайт уже не первый раз. В принципе, вот такая вот следующая у нас. Следующий у нас. Вот такой вот. На украинский мове. Да. Такие вот у нас перекидные календари. Вот
довольно-таки симпатично принтано, то есть симпатично напечатано. Так, таких вот два альбома. Дальше у нас пришла заказанная такая вот ручечка. Обычная ручка, пишет синим. Думаю, будет по качеству чуть получше. Качество так себе. Вторая ручечка. Такая вот. Этот качество получше. Посимпатичнее такая вот эта ручечка. И такой вот у нас брелочек. Такой себе заказал на ключей к автомобилю. Так, ну что ж, будем на этом видео заканчивать. Ставим лайк, подписываемся на канал. До новых встреч. Всем пока.